ребята, Вов, мне так хочется чего-нибудь вкусненького. А у меня есть. И я не хочу, потому что я кушать и не хочу тебя устраивать настроение плохое. Жалебелли. Что у тебя есть? Жалебелли. Подожди, это что? У тебя что, целый портфель сладостей? И ты молчал! Ребята, в общем, нам прислали вкусняшки! А в конце этого ролика вас ждет конкурс! Так что досмотрите до конца. Вова, так, достаем по одному. Первое, что нам попалось, это суфле для барбекю. Ну, правда, у нас нет барбекю, но мы его и так съедим. Ну да. Так, давай пробовать. Держи. Вкусно. Да. Это, по-моему, маршмеллоу. Но сейчас такое вкусно. Представляешь, какое оно будет на костре? Надо будет обязательно на шашлык взять. Подходит для веселой дружной компании. Оставим немножко, да? Пробуем дальше. Давай, Вова. Та-да-да-дам, барабанная дробь. Джелли-белли, джелли-белли. Это вкусный джелли-белли. Да. Класс. Так. Все запечатано. Да. Хорошо упаковано. Да. Чтобы никто не шпяй, да? Так, держи. Нет. Да, пробуй. Сейчас попробуем по зелененькой. Это лайм. Да. Давай, Вова, посмотрим, сколько их там еще штук. Ого! Ого! А вот такой мы не пробовали. Да. Какой? Ням-ням. Вкусненько. Очень вкусно. Нам надо двигаться дальше. Да. Вова, что там еще доставаем? Что это такое? Давай посмотрим. Не знаю еще. Это жвачки, точно. Жвачки эти. Это жвачки. Давай покажем ребятам, какие есть. Ку-ку-коя. Так, это что у нас? Это бубль-гум. Это ку-ку-коя, надеюсь. Это, да, что-то тут. Ку-ку-коя. По виду, что это очень мощное и вкусное. Да. Это жвачки. Давай, Вова, выбирай, какую у тебя. Я бы выберу вот с таким чиком. А я вот такие. Клубничку. Можешь мне это? Можешь мне открыть? Угу. А угостишь? Конечно. Оно кислое. Да. Но я люблю кисленькое. Держим. Смотрите, какая кока-кола. Она как будто деревянная. Можно я откушу крышечку? Да, можно. Это жвачка. Вкусно. Вкусно. Вова откусила, тут сюрприз. Можно попробовать мне? А можно я? Конечно, попробую. Давай. Что это? Это сиропчик кока-кола. У нас остались вот такие жвачки. Вова, давай еще по одной попробуем. Какую ты возьмешь? Я его. А я вот этот пятнышко. А можешь мне открыть? Да, конечно. Так, а это яйцо! Кто яичко потерял? Оно так вкусно пахнет! Конечно! Оставь мне! Хорошо, и оно еще пятнышко у меня красиво. Посмотрим, что внутри. А внутри вкусная начинка! Нет, ставь, я так кушу. Класс. Жвачки очень вкусные. Может, угостим кого-нибудь? Давай, например, Ксюшу и Алишу. Давай. Давай. Привет, девчонки, если вы смотрите наш ролик. Давай дальше доставай. Давай. Что же там будет? Ой! Ух ты, какие большие. Это... Жевательный мармелад Орфини. Не знаю. Или фай. Давай сначала. Давай откроем. Сам давай. Сейчас поплыву. Так, они похожи на Бин Бузл. По цвету они похожи на Бин Бузл. Хотя, нет, они чуть-чуть больше. Бин Бузл выглядит вот так. Так, попробуем. Я попробую Берю, но она сначала не вот так. Очень вкусно. Так, они пахнут вкусно. И цвета красивые. А
Они поднимают настроение. Я обязательно куплю себе такую пачечку в школу. Давай. А тебе в детский сад купил? Да. Маленькая. Я даже не удивляюсь, я попробую даже вот это. Ну, вот так вот. Доставай, что у тебя там дальше? Чего-чего? Это твой любимый сюрприз. Я хочу тебе сказать. Это... Приготовься. Это... Шоколадка! Это моя любимая шоколадка Милка! Она так хорошо запечатана. Чтобы ничего не сломалось. Давай я сниму. Я сейчас попью водички. О, это Милка с Орео. Я люблю Милку, Вова любит Орео. Отличная парочка. Ребят, а вы знаете, когда вы пробуете что-то новое, нужно загадать желание. Да. Загадывай. Я хочу, чтобы летом мне мама купила айбуз. Она у тебя точно исполнится. Причем много-много раз. Давай пробуем. Держи. А ты еще не загадаешь, Яня? Я загадала про себя. Расскажу. Ну, ладно. Я хочу съесть еще 3 таких шоколадки. Я тоже. Айбуш. Да. Ну, а теперь конкурс. Если ты хочешь получить 7 жвачек с разными вкусами и пакетик Jelly Belly, как у меня, то тебе необходимо выполнить следующие условия. Первое. Вам нужно подписаться на группу сладостей. Второе. Вам нужно подписаться на мою группу ВКонтакте. И третье. Вам нужно сделать репост записи, ссылка на которую будет в описании. Не забудь в комментарии под видео написать «Я участвую» и жди результатов. Пока! Вкусненько.